В еженедельном режиме на территории Одинцовского городского округа проходят совместные рейды службы судебных приставов и налоговой инспекции. Работа с гражданами, которые пытаются уклониться от уплаты налогов, ведется в постоянном режиме. В этот раз мероприятия по взысканию задолженности по имущественным налогам прошли на территории Захаровского поселения. Это только первый шаг. Если налоги не будут оплачены, надзорные органы прибегнут к другим мерам. Выехать за границу, открыть счет в банке собственник уже не сможет. Такие визиты вряд ли можно назвать приятными, но у каждого гражданина есть обязанности, пренебрегать которыми никак нельзя. Федеральная служба судебных приставов напоминает, чтобы утро было добрым, заплати налоги.